Приветствую, друзья! Продолжаем решать задачи по ТОЕ. В сегодняшнем видеоуроке произведем расчет четырехполюсника. Задачи на эту тему несложные, и существует всего несколько формул для определения параметров четырехполюсника в отличие от задач на другие темы. Перед тем, как перейдем к решению, не забудьте подписаться на канал и оценить лайком данный видеоурок. Заранее спасибо. Итак, дано сопротивление R1 20 Ом, R2 10 Ом. Четырехполюсник Г-образный. Требуется определить коэффициенты А формы уравнений и выполнить проверку по формуле А умножить на D минус B умножить на C равняется единице. В теоретических видеоуроках я про эти формулы рассказывал. Это условие должно выполняться в данной задаче, а также найти характеристические сопротивления со стороны входных и выходных зажимов. Итак, решение. Для начала запишем А форму уравнений четырехполюсника. У1 равняется АУ2 плюс БИ2. И второе уравнение И1 равняется АБСУ2 плюс ДИ2. Мы должны проделать два опыта для того, чтобы найти коэффициенты А, Б, С, Д. Мы должны проделать два опыта. Это опыты короткого замыкания и холостого хода. При опыте короткого замыкания, когда мы замыкаем зажимы 2-2 штрих накоротко, напряжение У2 будет равняться нулю, потому что оно будет сниматься с этой перемычки, с этого провода, а на участке провода напряжение равно нулю. И второй опыт – это опыт холостого хода. Мы обеспечим обрыв между точками 2-2 штрих, тогда ток И2 будет равен нулю. Начнем с холостого хода зажимов 2-2 штрих. И2 будет равняться нулю в этом случае. Тогда И2 подставляем в систему, получится У1 холостого хода равняется А умножить на У2. И1 холостого хода равняется С умножить на У2. Отсюда выражаем А равняется это У1 холостого хода на У2 холостого хода. И С равняется И1 холостого хода на У2 холостого хода. Нам нужно получить выражение для У1, У2 и 1. Поскольку мы обеспечили холостой ход, следовательно, ток от источника будет замыкаться в этом контуре. Общее сопротивление будет складываться из двух последовательных R1 и R2. R общее равняется R1 плюс R2. Подставим числа 20 плюс 10. 30 Ом. По закону Ома ток – это есть отношение входного напряжения к общему сопротивлению. И 1 холостого хода равняется У1 холостого хода делить на R общее. Отсюда можно выразить У1 холостого хода равняется И1 умножить на R общее. Напряжение У2 снимается с резистора R2. Падение напряжения на нем будет И1 умножить на R2. У2 холостого хода равняется И1 на R2. Все выражения мы получили, теперь находим коэффициенты. Коэффициент А равняется У1 делить на У2. Где У1 это И1 умножить на R общее.